Школы Уфы будут готовы к переходу на пятидневную учебную неделю к 1 апреля. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказала начальник управления образования городской администрации. По словам Елены Хафазовой, учебные предметы не пропадут, однако некоторые потеряют в часах. Пятидневный режим обучения не новый для образовательных учреждений Уфы. Подобную программу реализуют с 2016-го. Сейчас по такой схеме обучаются 57 тысяч школьников в 81 школе. В большинстве своем это ученики начальных классов. Полностью перешли на пятидневку в 12 школах столицы республики. С инициативой о переходе на пятидневную неделю выступил временно исполняющий обязанности главы региона. Вместе с тем Радий Хабиров отметил, пятидневка не должна привести к сокращению зарплат учителей.